Вы на канале «Паркур в Казани». Четвертая серия выпуска «Паркур сначала». Сначала разминаемся, потом приступаем к прыжкам. Итак, вроде бы не так много времени проходит, но постоянно забываю я, на чем остановился в прошлый раз. 2.10 или 2.20? По-моему, все-таки 2.20. Сегодня первое расстояние, это 3 стопы здесь. Первый прыжок, я даже не распрыганный. Показалось, что я ее подвинул вперед, а кажется, я ее даже назад подвинул каким-то образом, непонятно каким. 2 метра. Следующая. Я придумал классное решение, чтобы эта штука не двигалась, поставил кирпич. Она должна помочь. Вылетел башкой вперед, но при этом все равно сделал стик идеальный. То есть я примерно каждый раз, у меня 90% стиков, все вот до сюда идут, как ни странно. Прям, ну, даже 95, наверное, процентов. Я даже не помню, что когда я последний раз сделал. Ну, было какой-то во второй, что ли, серии, где там вот здесь был нога. А так, в целом, всегда идеально. Можно подумать, да, типа, вылетел, чувствовал, что неправильно, не под тем углом летел, но... Сделал стик, не шелохнулся, зафиксировал. Тут уж пишите в комментариях сами, как вы считаете, нужно ли переделывать такие, в таких моментах манки. Потому что по ощущениям изначально в момент полета вылета было, ну, неуверенность и как бы такое. Но когда я приземлился, я понял, что, блин, рассчитал то есть столько, сколько нужно. Поэтому вот спорный момент. Итак, 2.20. И все, ставим 2.30. И это завершающий на сегодня стояние для манкоса. Друзья, 2.30 на повышение. Надо с первой попытки делать. Все, наконец-то переходим к конгам. Так как у меня произошло фиаско с конгами в прошлый раз, я начну, наверное, сегодня не с 3 стоп, а с 2.5. Потому что что-то... Осадочек остался. Короче, 164, что ли там? Ровно 170. Такое ощущение, как будто я могу 180 дать. Там 178. Так, я думаю, дабл прям сразу же оттуда же. Вот прям так оставим трапеции и буду продвигаться. Так, 3 стопы, дабл сейчас одну сделаю, потом чуть-чуть перерывчик, минуту-две сделаю. Итак, первое расстояние прыгнул, сейчас надо замерить, сколько было и сколько сделать дальше. Я не помню, расстояние поставил 170 сейчас. Как будто еле-еле долетел. 180. Не знаю, крайне мне не нравится разбег, я не могу его понять, что происходит. 190. Что-то у меня с дабл-конгом что-то поменялось. Прям вообще. Мне не понравилась техника, сейчас буду переделывать. То же самое расстояние. Ноги болтались вот так вот. Вот оно, я понял, все, вернул свой разбег, спасибо за него. Сейчас пару минут отдыхаю, двигаю на 2 метра и с другого ракурса снимаю. Слишком много сил забирает по 5 расстояний за одну серию делать. Я думаю, нужно уменьшить ее хотя бы до 3. Значит, в следующий раз я начну манки с 2 метров сразу, потом 2.20, 2.30, 2.40. А дабл-конг я начну с 4 стоп, потом 2 метра и потом 2.10. Лачей добавлю. Тоже начну с азов. Возьму расстояние на вытянутых руках. Это 2.30. Края вот этой платформы. До турника 2.30. Прыгну его. Тоже в идеальный стик. И буду первые 5 расстояний, наверное, двигать по 10 сантиметров. А потом уже по ситуации. Ладно, 2.40 оставлю, а то что-то слишком уж. Вот если мне за манки дабл не стыдно, то вот за лач мне очень стыдно, что я не умею на нормальное расстояние летать. Ну, надеюсь, вот эта рубрика мне поможет улучшить, хотя бы улучшить. Двигаем 2.50.
170. Самое лучшее приземление из всех очей. Ну все, на этом серия заканчивается. Встретимся в следующую субботу. Подписывайтесь на канал Паркур в Казани. Оставляйте лайки. Ой, ну или там ставьте лайки, оставляйте комментарии. Тренируйтесь, развивайтесь, не теряйте время. Пока. Привет, друзья, вы снова на канале Паркур в Казани. Я сейчас нахожусь, естественно, в Казани. И вот там летает истребитель наверху, готовится к завтрашнему мероприятию. Смотрите, что у меня с кроссовками. Так, а, вот.